А вот и наш новый дом. Да-да. Моя любимая племяшка, какая же ты стала красавица! Она до сих пор засыпает под мамин плейлист? Да, и не говорит ни слова. Эй, это не твоя вина. Подойди, посмотри. Это не опасно? Самый опасный зверь – это человек. Миленький, да? Как его зовут? Секрет? Да, это подарок леса. Будь тут, чтобы папа тебя не видел. Это покемон. Если у его хозяина чистое сердце, то он никогда не станет злым. Виктория, что это? У тебя в комнате пес? Посмотри, пап, он такой миленький. Давай оставим его, пожалуйста. Виктория, она заговорила. Добро пожаловать в семью. Ура! Спасибо, пап! Ее прямо не узнать. Секрет, скажи привет. А он часто пакостит? Как-то он погрыз мои тапки. Какая порода? Овчарка, наверное. Лапы очень большие. Правда? Смотрю на Викторию и понимаю, что она вырастет очень счастливой, потому что у нее отличный папа. Тут бродит одинокий волк. Если держите скот, заприте в сарае. А нет, нет, мы не держим. Он точно не собака, а это значит, что он волк. Это хищник. Он не злой, он мой друг. Когда тебе угрожают, ты защищаешься. Так устроен мир.